Доброе утро, школа. Меня зовут Сарсимбаева Нурбике. Я ученица 11 F-класса. И сегодня я бы хотела поделиться с вами очень легким и быстрым способом приготовления сырников для того, чтобы вы успевали вкусно позавтракать. Для приготовления понадобятся самые обычные ингредиенты. 300 граммов рассыпчатого творога, миксер, столовые ложки муки, 2 столовые ложки сахара, 2 или 1 яйцо. Итак, первым делом мы берем 2 яйца и разбиваем. Взбиваем миксером. Благодарю за просмотр. Надеюсь, это было кому-то действительно полезно. Желаю плодотворного дня и удачи!